Муниципальная гостиница «Вознесенская» должна соответствовать современным отельным стандартам. Глава администрации посетил предприятие, чтобы осмотреть ход ремонтных работ. Гостинице, в прошлом именовавшейся «Советская», больше 40 лет. Для того, чтобы привлекать клиентов, необходима серьезная перестройка. Ежегодно руководство тратит на ремонт до 6 миллионов рублей. Несколько этажей гостиницы уже выглядят вполне современно и не напоминают советское прошлое. Несмотря на жесткую конкуренцию, в гостинице есть постоянные клиенты. Их привлекает место расположения Вознесенской и ценовая политика. Номера за сутки стоят от 700 рублей размещение в двухместном номере до 4500. За эти деньги предоставляются апартаменты из трех комнат. У нас сейчас, значит, стоимость ремонта однокомнатного номера, это без мебели, если считать, но уже с зарплатой самих ремонтников, это порядка 300 тысяч. Я считаю, ну это как однокомнатная квартира. Это уже с сантехникой, с материалами, со всеми делами. Я считаю, что это, в общем, цифра такая достаточно разумная.